Всем доброго времени суток, если оно, конечно, время доброе. Я нахожусь тут рядом, неподалеку возле тюрьмы, где у нас находится на 15 суток. Похитили и судилище осудили. Дмитрий Баиров. Привезли передачку. Эту передачку организовала его супруга. Ну, мы к 10 подъехали, оказывается, здесь у 10:30 принимают. Я так понимаю, что на полчаса у них прием сократился. В общем-то, вот как-то так. Ну, что я вам еще могу сказать, то что новости мы все смотрим. Свободу Дмитрию Баирову сегодня, наверное, будем подавать на апелляцию. Ну, Надежда Юрьевна будет подавать на апелляцию. Так. Ну все, передачку приняли. Очень долго, в общем-то, они там считали, смотрели. В каком плане. Сегодня понедельник, 28 февраля. Следующую передачку, наверное, будем ближе к выходным готовить. Ну, вот. Всем спасибо за поддержку. Ну вот мы, получается, все уже как бы отдали передачку. Спасибо большое Евгению, который помог на машине сюда довезти, стоять там со мной, пакеты нести. И вообще, что как бы вот такие есть люди, которые поддерживают нас и Дмитрия Баирова. Дим, привет. В прошлый раз как-то это обстановка маленько не располагала, пообщаться времени не хватило. Ну ладно, что это. В общем, могу сказать, ну, мы своих не бросаем. Так что, если что, это держим связь. В дальнейшем будем друг другу помогать. Ладно, будь счастлив.